Ну что, Ева, шпагат-то все-таки у меня был лучше в прошлом видео? Нет, у меня. Блин, ну как у тебя? Где доказательства? Пруфы мне, пожалуйста. Вот, пруфы. 87% считают, что шпагат был лучше у Евы. Плюс комментарии на ютубе. Ева. У Евы лучше. Мама, извините. У Евы лучше. Ну что ж, я тебя поздравляю. Ты выиграла этот челлендж. Вот они, твои денежки. Рублей, в общем, я тебя поздравляю. Часть денег я хочу оставить, например, на, ну, там, рюкзаки новые, там, ну, короче, чтобы собраться в школу. Это будет где-то в следующих видео. Вот, а сейчас я хочу потратить половину денег на всякие прикольные штучки, летние сланцы, очки и футболки, ну и так далее. Блин, Ева, мы сейчас находимся как бы практически в деревне, тут даже негде просто потратить, тут нет шопинга, торговых центров, вообще никаких магазинов, где ты собралась тратить деньги? Короче, я знаю место, где там, короче, много ларьков. Ларьков? Что, блин? Ну, типа маленьких магазинчиков, где очень трендовые штуки, мама, сама офигеешь. Поэтому поехали. Я уже офигела. Когда бы ты, интересно, вспомнила, что ты оставила там кроссовки свои, если бы тебе не сказали? Как всегда, твоего имени нет. Почему? Вот. Есть! Ева, они просто на тебя накинулись все. Просто это очень щекотно, я серьезно. Я уже рада, что она хотя бы все деньги не на хаги-ваги хочет потратить. Маленький размерчик попался, да? Да. Нужен больше. Офигеть! Прикольно же, да? Да. Ты что, не знала? Нет. Это все мои машины. Я сегодня выбрала поехать на пони. Это место знают все, кто отдыхает в Анапе, Витязево и так далее. Это Паралия. И что, ты вот думаешь здесь купить себе что-то на лето? Конечно, вон, смотри, уже хаги-ваги висят. Да, вот если висят хаги-ваги, то значит, это уже место трендовое, да, само по себе. Да. Просто, и Вась, посмотри, сколько их здесь вообще разных. Вообще, у меня есть вот такой вот синий хаги-ваги, просто большой. Да, у тебя только синий, а их, оказывается, и радужный, и фиолетовый. Вот, просто они огромные. Но ты что хотела? Я хотела футболку, панаму, сланцы и так далее, но здесь я увидела... Пальцев не хватит. Да. Цветную или черно-белую. Какая тебе нравится? Я не знаю. Нет, такие не хочу. Тут нет такой, который я хочу. Здесь нет такой, значит, что, идем дальше? Да. Ребята, смотрите, хаги-ваги перележал на солнце. Он сгорел. Он просто очень сильно загорел. Он реально горячий. Ну-ка, дай. К черному припекает просто. Да, да? Просто. Вот браслетики, смотрите. Да, Ева, как всегда, твоего имени нет. Почему? Вот. Есть! Тогда надо брать? Ну, можно. Но мое имя настоящее, ребята. Полное. Ева Ангелина, поэтому тут моего имени в принципе нет. Ты что, будешь брать? Давай. Первую соточку потратила. Все, теперь все знают, что ты Ева. Но, по-моему, первый атрибут на лето готов. Это браслет с именем, да? Да. Короче, на улице очень жарко. Я не знаю, сколько, но мне кажется, 60-70. Да, 60-70. Да. Вот, поэтому я вот в кроссовках, и мне очень жарко. Но я нашла одно место, там пиявки, они стопудово мне охладят. Это рыбки, а не пиявки. А, да. Ручки будешь делать? Да, обязательно. 3, 2, 1. Ева, они просто на тебя накинулись все. Просто это очень щекотно, я серьезно. Щекотно? Ева, они съедят твои ноги. Это было страшно, скажи? Ну, сначала, да, это было страшно, как бы я такая, типа, чё? Ну, вот ты победил еще один свой страх. Я, в принципе, такое уже делала, поэтому не так страшно было, как в первый раз. Да, но руки ты не делала, да? Тебе сейчас бисер расплетут, смотри. Твои колечки, которые ты сплела сейчас, рыбка. Ам-ням-ням. Напишите в комментариях, кто такое делал, потому что если вы не делали, то, пожалуйста, просто, ребята, сделайте. Я вот, честно, вот не пожалеете. Прям круто? Да. Ну что, расскажи свои впечатления. Это очень было кайфово просто. Это даже вот к тебе... Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я еще хочу себе футболку и похожую.
Я нашла уже, которую точно хочу. Точно хочет футболку вот эту, Ева. Пивозавр. Ева, давай посмотрим что-нибудь другое. Это вот смотри, с Хаги-Ваги, с уточкой Лала-Фан-Фан. Нет. А вот смотри, еще Hello Kitty вот такая есть. Нет. Вот такая белая. Нет. Энциклопедия по рыбам. Скуроми? Скуроми. Еще одна минус 1000. Помнишь, что тебе еще рюкзак, пенал, школьная форма? Да это совсем мы заберем за 10 тысяч. Ну что, Ева, первый атрибут этого лета. Нет, не первый, подожди, уже есть браслет. Да. Уже есть вот такая футболка. Я вижу, кстати, здесь многие в таких ходят. Да. Я уже рада, что она хотя бы все деньги не на Хаги-Ваги хочет потратить. Кстати, реально. У него рука больше моей. Да, и глаз больше твоего. Да, но это мама. Уводим, Ева, уводим. Уточек больше не хочешь, Ева, себе? Нет. А пупытики? Вот в школу рюкзачок. Нет, у нас учебники больше этого рюкзака. Да ладно. Да. Дальше мы ищем очки. А еще я хочу себе... Вообще, купить. Где очки Панамы? Я вроде не знаю. Лето. Где все? Нет, Панамы там много, тут Панамы. Да? Просто гламурная сумочка купит. Ну реально, у меня тут за телефон поместится. Его можно на цепочке носить, да? Вот. Прикольно. Не поместится. Да. А есть вот такие еще? Хаги-ваги сразу встроен в рюкзак. Кстати, реально. А вот еще вот такой вот милашный рюкзак. Это типа корейский. Очень много встречается вот таких вот брюк. Масло, и там типа добавляется вода с красителем. Ну, как я знаю. Я хочу дыню. Я его увидела вот такие вот фреш дыни и арбузы, и хочет их. Да. А я хочу чурчхеллу. Просто. Я бы, конечно, лучше выбрала арбуз. А я люблю больше дыню, чем арбуз. Напишите в комментариях, ребята, что вы любите больше, дыню или арбуз. Я люблю дыню больше, потому что, не знаю, арбуз... Ты потом из-за него много в туалет ходишь, а из-за дыни нет. Да, это минус арбуза. А вот ягода просто. Это что? Я думала, это сначала тараканы какие-то жареные. А это хурма сушеная, вкусная. Так, ну пробуем. Я дегустатор дыни. Вкусно? Дай попробую. Согласна. Дыня вкусная попалась. А главное, чистить не надо, все уже почищено, да. Удобно. А то арбуз там косточкой каждую секунду. Маленький размерчик попался, да? Да. Нужен больше. Ева увидела Панаму, короче, вот тут всякие разные лежат. Смотри, это летом, сейчас здесь в Анапе носишь. Так Питер хорошо, приехала, перевернула и носишь уже с черной стороны. Это с пакманами, крутая. Это пакманы? Да. А это ромашка, любит, не любит? Да. Нет, я хочу с пакманами. С пакманами? Да. Ну окей, берем. Это шопер с Момо. Момо? Момо. Это вот это Момо? Да. Мне на обоих стоял Момо, и мама, короче, заходила в мой телефон ночью, она просто заорала, ребята, я серьезно. Еще 500 рублей, Ева. Так, я уже наела с дынем. Ева, Ева. Я полстакана съела. Доешь? Вот так всегда. Вот у вас тоже вот это, мамы все время за вами доедают, скажите мне. Ребята, вы только посмотрите на эту Панаму. Она офигенная, она еще, походу, меньше размером. Я хочу ее. Блин, это боль. Только что купить Панаму и сразу же увидеть другую Панаму, которую хочешь. Реально она поменьше. Поменьше, да? Она тоже двухсторонняя? Нет, она не двухсторонняя. Она односторонняя, да? Да. О, черно-белая есть. Короче, просто, может, на все деньги Панаму ела? Нет. Здесь я вообще в этом ролике такая решительная, я сама себя офигеваю. Я вот в кафе прихожу, выбираю себе два блюда, которые не могу выбрать, что мне съесть. А здесь я выбираю из вот такого количества панам такую, которая мне нравится. Господи, я не знаю. Круто же. Да, это вот круто. Вот. Я не знаю, какое мне выбрать, но я еще представила себе белый кафе. Только что Ева сказала о том, какая она решительная. Ну, у тебя вот это вот, смотри, с желтой, с черной. Точно, все, значит, берем в розовую. Все, с панамами мы закончили, я надеюсь. Сейчас такие два шага проходят. О, точно, там вон панама, я уже вижу. Вот я вообще хочу ее.
О, а это кто такой? Тоже это подгорел. Это Cartoon Cat? Нет, это Cartoon Dog. А, это Cartoon Dog. Да. Окей. Есть Cartoon Cat и Cartoon Dog. Мыло, сувенирчики, да? Вон в виде сланца мыло. Прикольное. Мама, это тебе. Что там самое лучшее, мама? Ой, спасибо. Купишь? Нет. Да, конечно, куплю, мама. Покупаем. Покупаем. Мыло для очистки кармы. Это нужно для тех, кто смотрит наш канал без подписки. У меня дома есть такие часы. А, вот такие часы, да, так они здесь и покупались, да. Эти часы, да? А вот смотри, вот такие большие. А я всегда хотела себе вот такую птичку. Посади ее на палец. О, офигеть! Прикольно же, да? Да. Ты что, не знала? Нет. Я знала только, что есть такая птичка, но не знала, что она будет сидеть у меня на пальце. Блин, она такая прикольная. Я в детстве себе тоже такую хотела. Я покупаю. Да, это очень круто. Баланс. Да. Вот такой вот баланс. Куплю Артуру, подарю. Какую выбрать? Я более сильную выберу. Вот. Да. О, отлично, да. Да. Артуру понравится. Надеюсь. Вот, можно такие вот сувениры привезти. Бутылочка с чем-то морским. О, Ева, смотри, ручки по именам. Может, ты в класс привезешь каждому в подарок ручку с именем? Цена 80 рублей, мама. У нас в классе 33 человека. Сколько получается? Не знаю. Посчитай. О, смотри, сколько мурашек продается. Мурашка антистресс. Звезда, но по 20 рублей. Да, звездочка. И вот ракушки. Кто что хочет. Полно разных. Прикольные эти ракушки, конечно. Я не знала, как их ищут. Ищут. Ну, ищут зимой, когда штормы. Вот такие ракушки. Такие. Потом продают. Надо тоже продавать ракушки. Мама, есть 35 размер? Ну, я вообще-то здесь не продавец. Я хочу их померить. Я хочу их срочно померить. Мне их надо. Ну, давай, я обязана их померить. Раз ты обязана. Давай еще пройдем, если мы не увидим, то покупаем эти. У тебя вообще хорошие сланцы сейчас есть. Нет. Nike. Нет. Original. А ты вот хочешь купить китайскую подделку на да, рынке? Хочу. Миша, не мой. Маленькие тебе. Я же говорила. Ты уже подросла, уже не kids, ты уже этот подросток. Да, тин. Тин, точно, тин. О, наконец-то тин. Мамочка, длинные ноги мне попалась. Смотри, да? Мамочка, длинные ноги. Купишь мне? А это папе. Папочка, длинные ноги. Да, они длиннее, чем у тебя. Ну, понятно, он же папа. Смотри, какой большой хаги-ваги. Вот смотри, у каждого хаги-ваги есть свое имя, да? Вот розовое это Киси-Миси, синий это хаги-ваги, фиолетового как зовут? Сиси-Блиси. Сиси-Блиси? Да, вроде. Хорошо. А зеленого вот этого как зовут? Вот этого Ванг-Панк зовут. Зеленый. Ванг-Панк? Да. Оранжевый Ванг-Панк? Да. А серый? Серый, а желтый? Не знаю, не знаю. Не, не знаешь, знаю. Ребята, кто знает, да, напишите нам, как зовут всех хаги-ваги да. По цветам. О, мама, рваный свитер. Рваный, точно тут одни тренды продают, да, Ева? А ты говорила, где ты найдешь? Да, мама, они очень удобные. 1500. Готова? Да. Я бы еще переодела футболку, кроме. Я уже в образе. Все, ты в тренде 2022, да, да. Лето в Анапе? Всегда хотела быть в тренде. Какие крошечки, да, Васька? Раньше тебе такие были бы как раз. Мама, купи мне миску. Она надулась. О, вот смотри, какой киндер-сюрприз большой. Огромный. Она купила сланцы и кроссовки оставила свои там. Когда бы ты, интересно, вспомнила, что ты оставила там кроссовки свои, если бы тебе... Не сказали. Я не знаю, реально, когда бы я вспомнила об этом. Блин, хорошо, что мне подсказали, реально, просто. Это же Ева, никак иначе.
Так, Ева, ну что, очков мы не находим? Еще мы не нашли зипку такую плюс. Но зато Ева приметила вот такие вот кареты, на которых хочет сейчас поехать кататься. Это все мои машины. Я сегодня выбрала поехать на пони. Ева, ты сможешь управлять каретой? Да, я думаю, я смогу. Мам, тут для двоих. Сядешь со мной? Ну давай тогда я с тобой. Я твой личный водитель. А, Ева, мне уже страшно, нас везут поняки. А, Ева, не так резко. Ты что делаешь, Ева? Просто капец. Ева, ты точно там проедешь? Нет, Ева, аккуратно. Реально страшно с Евой кататься. Я, пожалуй, выйду. Нет, мама. Просто топчик. Топчик? Вообще. Что, Ева, проголодалась? Да. Что, вот пончик? Еще вот такие пончики, вот такие вот, смотри, пироженки. Тут вообще столько всего полно. Смотри, всякие тортики, мармеладки. Короче, я нашла себе шопер. Вот. Шопер. О, он сам к тебе упал, Ева. Какой мне больше идет? Пишите в комментариях, какой бы вы купили. Hello Kitty или что это, аниме, да? Короче, я выбрала, но шопер, который я выбрала, я покажу в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Я выбираю подарок Артуру и просто... Тут и два... просто Ева, как всегда, выбрала два и не может выбрать какой. Тут только два было. Нет, тут полно игрушек разных. Ева выбрала две и стоит, и не знает, какую выбрать. Но они не хотят расставаться, понимаешь? Вот они вместе навсегда. Они не могут расстаться. Давай, выбирай одну для Артура и пойдем. Нет, они не могут расстаться. Видишь, они не разлипаются. Ну, смотри, они уже плачут, что они расстанутся сегодня. Нет, я не намекаю, то, что мне и Артуру, и просто Артуру два. Ну, давай. Вот они расстанутся, они будут плакать, понимаешь? А, покупай два, деньги твои. Окей, ты покупаешь вот это, а я вот это, окей? То есть ты 500 рублей, и я, окей? Окей, мам? Только ты. Но, твои деньги же пошли тратить. Давай решай быстрее. Нет, ну подожди, ну если... Я не знаю, стоп. Нет, нет, подожди, я хочу подумать. Так, давай на считалку. Так, 10 счетов. Вот этого берем. Не могу я поставить его. Не можешь, есть еще 500 рублей, ты можешь пойти взять второй. Я пойду возьму. Ну иди, бери. Я пришла покупать второго. Я не могу его оставить так. Я их вот так вот отойду. Все, довольно аккуратно. Да. Все, они будут вместе навсегда. Это такая любовь, посмотрите просто. Они идеальны. Ага. Все, Артур будет рад. И я буду рада, то, что они не расстались. Ну что, короче, Ева еще купила две игрушки брату. Я уже делаю Евину панамочку. Ева, мать котов. Мы не смогли найти очки. И зипку. И зипку. Ты одета по трендам этого лета. Вот футболка да. У тебя такая, да? Типа как вот что, тренд, да, лето. Да. Панамка. Шорты, конечно, ну, такие нормальные. Полит. Панамка. Да. Сланцы, да. Шопер. Опять же, не переворачиваем. Посмотрите, какое она купила в Телеграме. Пишите, кстати, в комментариях, как думаете. Только не смотрите по-честному. Вот сейчас прям напишите, что вы думаете. Какой это шопер. Ну и что, у тебя бисер еще, да? Вот тут ты наплела да. Себе колец. Тоже тренд лета. А, еще браслет у тебя, да? Да, есть. Короче, вот. По-моему, должно быть отличное лето у тебя. Вот такое вот видео получилось. Вот три самых лучших комментария. Если тоже хочешь попасть в три лучших комментария, то пиши обязательно много комментариев. Всех обнимаю. Мяу. Ну и всем пока. Пока. Почему мы поверим, а да все надо. Нам не кажется, что карат принесет много.